Ребята, здравствуйте. Передайте послам руководителю это поручение руководства министра. Мы сделали заявление на 215 тысяч манат, что переводим фонд борьбы против коронавируса 215 тысяч манат. Это аппарат МИДа и посольские сотрудники, однодневная зарплата всех наших сотрудников, за исключением внештатников. Собираем, пожалуйста, средства в течение 1-2 дней, переводим на наш консульский счет, куда мы переводим наши консульские средства. И пишем в центр письмо, что такую-то сумму, такое-то посольство, консульство перевело в фонд борьбы против коронавируса. Срочно сделайте, пожалуйста, потому что мы должны его аккумулировать еще в единую сумму и отправить в фонд борьбы против коронавируса. Спасибо.